Я призываю вас помогать нашим активистам сейчас, этим гражданским активистам, прямо немедленно. Мы каждый день публикуем счета, на которые осуществляется сбор средств, чтобы оплачивать услуги адвокатов, чтобы помогать семьям этих политических преследуемых людей. Когда каждый из вас пожертвует хотя бы по 1000 тенге, я точно знаю, что наши гражданские активисты, которые сейчас находятся в тюрьмах, они будут спокойно противостоять режиму и дальше. И важно другое. Важно, что новая волна тех, кто готов бороться с режимом, зная, что общество поддерживает, они без какого-либо страха будут тоже организовывать сопротивление. Поэтому, уважаемые друзья, я обращаюсь к вам с призывом помогать семьям гражданских активистов.